Дорогие друзья, всем привет, с вами канал Обзор Времени, и сегодня в нашем обзоре Casio Baby G с номером модели BGS107A. Baby G у нас попадает не часто на обзор, но я решил все-таки взять эту модельку, потому что она не совсем обычная. Здесь есть, наверное, такая функция, которую в часах Casio еще нигде не делали. Поэтому давайте же быстрее распакуем, но перед тем, как показать вам эти часы, напомню, что любые часы вы сможете купить, перейдя по ссылке под видео, либо же просто дождитесь окончания видео, где я вам подробно расскажу, как и где их приобрести. И, конечно же, подписывайтесь на канал и на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем различные новости и можем через сообщение с вами общаться. А теперь давайте же убираем поролонку и достаем наши прикольные Baby G. Перед тем, как начать обзор, хочу сразу сказать, что на данный момент нет русскоязычной инструкции к этим часам, поэтому не ругайтесь с продавцами, менеджерами и так далее. Этой инструкции пока в принципе нету даже на официальном сайте. Даже и я сейчас, разбирая эти часы и их функционал, ковырялся именно с англоязычной инструкцией. И давайте же все-таки начнем. И первое, что я хочу объявить, это то, что это первые часы Casio Baby G, у которых есть шагомер. И мы сейчас посмотрим, как он работает и что в этих часах действительно особенного. И как обычно, мы начинаем с материалов часов. Это полимерный материал в своей основе. Здесь есть, конечно, уже металлическая у нас задняя крышка из нержавеющей стали на четырех винтах. И, конечно же, минеральное стекло, которое защищает наш циферблат. Ну а так, в принципе, здесь все выполнено из пластика. Это вот такой вот мягенький, приятный белый ремешочек, застежка из пластика, не знаю почему из пластика, хотя возможно для облегчения, потому что часы уже позиционируются как спортивные. И интересного цвета у нас выполнен корпус. Как вы видите, имеется внутри вставка цветная, в данном случае салатового цвета. Ну, а снаружи вот такой вот прозрачный пластик, который придает, что ли, такую какую-то нежность данному цвету. Ну, не знаю, как объяснить, но смотрится, как по мне, то прикольно. Конечно, по-женски это часы для девушек, которые любят заниматься спортом. Ну, пока не суть. Что касается кнопок, то это две кнопки справа, две слева, причем правая нижняя, она у нас имеет вот такой вот отдельный индикатор. Это значит, что кнопочка у нас для работы с шагомером. И давайте же поподробнее рассмотрим наш циферблат. Циферблат, как вы видите, не пестрит какими-то там отметками, рисками и маленькими циферблатами. Здесь есть, конечно же, один общий циферблат, два каких-то непонятных индикатора, о которых чуть позже, и графическая область. Она у нас позитивная, здесь отображается темный шрифт на светлом фоне, поэтому информация считывается на ура. И как вы видите, на окружности в самом циферблате у нас имеются вот такие вот отметки от 0% до, грубо говоря, 100, где вместо 100 написано goal, цель. Что это значит, мы, конечно, разберем чуть позже, а теперь давайте посмотрим основной функционал данной модели. Конечно же, информация в ЖК области в текущем времени у нас меняется. Меняется, как обычно, левой верхней клавишей. Можно поставить сегодняшний день, недели, месяц и число. Или же месяц и число и график. Какой график, я вам пока не скажу. Чуть позже поясню. А так, функционал, в принципе, одинаковый. И вот я незаметненько хотел пролистать, но вы, конечно же, заметили, это и есть наши шаги, которые считают часы. Их тоже можно вывести на режим текущего времени и отслеживать, сколько же мы прошли. Но, опять же, об этой функции я хочу рассказать вам чуть позже. А сейчас основные функции – это у нас секундомер, который есть, в принципе, в любых G-Shock и Baby G и так далее, таймер и 5 независимых будильников с функцией ежечасного сигнала. И также есть Dual Time, это двойное время, здесь мы можем настроить время какого-либо другого города, либо же вообще, в принципе, какое угодно время. И у нас будет показываться два времени на одном циферблате, то есть здесь аналоговое время будет показывать время одного города, а здесь время другого, что тоже очень удобно и, я считаю, может пригодиться по жизни. И следующее нажатие левой нижней клавиши переносит нас опять в режим текущего времени. Ну а теперь все-таки давайте перейдем к самому интересному, это к шагомеру в этих часах. Я думаю начать, во-первых, с настройки общих часов, то есть не конкретно шагомера, а в принципе, и нажимаем, держим левую верхнюю клавишу.
По настройке здесь все, в принципе, стандартно. Левой нижней клавишей мы листаем то, что хотим настроить. Это время, год, число, месяц, звук, кнопок, длительность подсветки и, опять же, время. То есть, в принципе, здесь настраивать-то и нечего. Все привычно. Применили настройки и так далее. Если мы все-таки хотим настроить шагомер, то, конечно же, надо перейти в его функцию. Это правая нижняя клавиша. И чтобы перейти в настройки, нужно зажать левую верхнюю клавишу. Нажимаем, и тут мы можем выбрать дневную норму, точнее дневную цель шагов. 5000 стоит на данный момент, можно выбрать либо от 1, либо 50. Ну, я поставлю 5, пускай будет 5. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Но если вы очень активный человек, конечно, можете ставить и больше. И также можно выбрать напоминание об активности. Это значит, что если вдруг вы засидитесь или залежитесь, то часы вас сигналом уведомят о том, что вам пора двигаться. Поставлю положение on, значит включу, либо же можно выключить, поставив индикацию off. И чтобы применить настройки, один раз нажимаем на левую нижнюю клавишу. Итак, за сегодня я часами вот такими циклическими движениями натряс, скажем так, сейчас посмотрим, сколько шагов. 2000, по-моему, 600, 2612. Это 52% от моей суточной нормы, и секундная стрелка не уходит, потому что она как раз-таки и показывает на 52% на индикации по окружности. Почему я сказал натряс? Потому что, ходить, конечно, с ними я не ходил, а просто повторял вот такими циклическими движениями, и они это считывали за шаги. Кстати, случайные шаги или случайные движения он не считывает. Тут работает такая система, вот я заметил, что вот ты начинаешь вот так вот делать, и он их не считает. И как только ты продолжаешь вот так вот делать некоторое время, и он понимает, что ты куда-то идешь, он начинает считывать все шаги изначально. То есть он не пропускает те, которые бы он принял за случайные, а продолжает отсчет. То есть я считаю, это хороший показатель, и, возможно, шаги будут действительно точно считываться. Ну и давайте разберемся. Тут есть у нас информация за предыдущее число, вот за второе число, за первое число и за 31. То есть, я так понимаю, за целую неделю предыдущую можно посмотреть, сколько в день мы нашагивали. И также можно за недельную сводку все это посмотреть. Вот у нас текущая неделя, это 7%. Я так понимаю, он берет просто дневную норму, умножает на 7 и получает недельную норму. И вот 7% от текущей недели мы уже натопали. Можно посмотреть неделю назад, сколько было шагов, 2 недели назад и 3 недели назад. То есть сводка за 3 недели у нас предоставляется. Вот эти два маленьких индикатора черных являются индикацией включения шагомера. Если мы начинаем идти, то эти точки поочередно начинают мигать. Это значит, что шаги считаются и функция работает как надо. И давайте же разберемся про график, вот этот, который мы можем включить в режиме текущего времени в ЖК области. Тут у нас имеется, скажем так, сетка 5 на 5. Но почему-то деления двойные, но да ладно, это не столь важно. Есть 5 делений по горизонтали и 5 по вертикали. По горизонтали это часы. Вот то, что у нас сейчас мигает, это текущий час. Все остальное это 5 часов назад. И также по вертикали мы можем видеть 5 делений. Первое деление означает, что мы прошли от 0 до 250 шагов, а последнее деление 1000 и больше. То есть одно деление это примерно разница в 250 шагов. То есть мы можем отслеживать, сколько мы за последний час прошли, не прибегая к цифрам, а просто смотря вот на этот график. Я считаю, тоже очень наглядно, и разобраться в этом не так трудно. Еще интересным моментом является то, что несмотря на то, что здесь сейчас у меня написано уже 2612 шагов, но в режиме текущего времени у меня написано 0 шагов, то есть информацию можно сбрасывать. Сбрасывается она просто, нажимаем и держим правую нижнюю клавишу, и после сигнала информация сбросилась. То есть если мы начинаем тренировку и хотим посчитать, сколько шагов у нас уходит за тренировку, то можно вот это вот таким простым движением сделать, и шаги будут считаться именно заново. Но при этом в общий счет дневной он будет идти, то есть в эти шаги они будут просто прибавляться. Подсветка у этой модели тоже отличная. Во-первых, есть светонакопительное покрытие на стрелках, что уже помогает разглядеть время в темноте. И сама подсветка просто вау, потому что циферблат белый, два диода это уже хорошо, и отдельно высвечивается графическая наша область. Поэтому подсветка действительно на высшем уровне. Также у этой модели есть отличная водонепроницаемость в 10 бар. Это значит, что с ними можно не только мыться и попадать под дождь, но и плавать. И давайте накину часы на руку, на мужскую руку, женские часы. Они уже не очень хотят застегиваться, и, наверное, получится все-таки. Рука у меня небольшая в обхвате, но при этом ремешок здесь, видите, не очень-то и запасливый для мужской руки. Но вот таким образом это все выглядит. Часы, маленькие, я думаю, как раз для женской руки они будут в самый раз.
Поэтому, если вам эти часы понравились и вы до сих пор не знаете, где их приобрести, то переходи по ссылке под видео, вводи наш промокод «Обзор времени» и получай данные часы по самой лучшей цене, как наш подписчик. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. А если понравился сегодняшний обзор, то ставь лайк и обязательно подпишись на мой канал. Пока!